Что у вас там с Аней было? Поссорились? Давай не будем об этом. Откуда у вас эта тачка? Да не бойся ты, просто взяли на прокат. Не гони. Не хватало, чтобы нас полиция остановила, когда мы еще до места не добрались. Я умею водить машину. Да хватит, куда ты летишь? Мы же эту тачку угнали, не гони. Да пошел ты, не переживай. А что это так воняет? Это я коктейль для нигеров приготовил. Вот, полюбуйся. Надо преподать им урок. Мы их так проучим, что они забудут дорогу сюда. Решили наш клуб яйцами забросать, но мы им покажем. Возьми этот пистолет. Нет, давай другой, тот, что побольше. Заткнись. Я сегодня этих гадов всех перебью. Угощу коктейлем. Ральф, какого черта ты закурил? Здесь же нельзя. Отстань. Дурак, у тебя же бутылки под ногами. Ну и что, чего ты испугался? Жду не дождусь, только бы добраться до них. Они улыбались. И я тоже улыбался, хотя внутри у меня все замерло. Хотелось выйти из машины, но я не мог. Что бы я им сказал? Выпустите меня, я струсил, так? Я бы не смог вернуться в свой квартал. Меня станут звать трусом, шпаной, пустышкой. Скажут, что у меня нет храбрости. А в голове у меня раздавались слова отца. Не порть себе жизнь, сынок. Эти люди тебя хорошему не научат. Не трать свой талант впустую. А потом я услышал голос Сани. Будь осторожен, Си. Не сходи с ума. Нельзя терять голову. Но кто-то потянул за цепочку, и меня смыло прямо в унитаз.